Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс. Свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек, заломленный на затылок клетчатой кепке, был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой «Массолит», и редактор толстого художественного журнала. А молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея. «Дайте Нарзану», — попросил Берлиоз. «Нарзану нету», — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась. «Пиво есть», — сиплым голосом осведомился бездомный. «Пиво привезут к вечеру», — ответила женщина. «А что есть?» — спросил Берлиоз. «Абрикосовая, только теплая», — сказала женщина. «Ну давайте, давайте, давайте!» Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке, лицом к пруду и спиной к Бронной.